Привет тебе, мой дорогой друг. Сегодня мы сделаем одну интересную самоделку, а также покажу, куда можно применить остатки от производства данной самоделки. Вот из вот таких вот пластиковых бутылок. Вода и квас. Я сейчас отрежу горлышки, вот примерно где-то в этом месте. Крышки нам в данный момент не понадобятся, но мы их уберем на следующее видео. Нужно отпилить каждое горлышко по вот это вот ребро. Я думаю, его видно. Также здесь. Я сделал это при помощи пилы, и просто здесь это несподручно делать. Сейчас вернемся. У нас получились вот такие вот горлышки. Сейчас нужно их немножечко зашкурить. Далее снова следует прорезать, но теперь вдоль. Сделаем это опять же на пиле и вернемся. Мы сделали пропил. Вот так это выглядит. Крышки очень жесткие, ой, горлышки очень жесткие, поэтому сейчас будем думать. Далее я возьму 4 вот таких вот самореза. Можно брать не самореза, но мне просто сподручнее это. И будем сейчас нагревать их с помощью горелки. И вставлять в наши крышки. Под вот таким углом. И как бы немного прокручивая. Зафиксировали, оставляем. Также поступаем и со второй. Кстати, да, главное, чтобы зафиксировать, чтобы подсохло. Итак, вот что у нас получается с первой. Пока оставим остыть. И сейчас сделаем также вторую. Заготовочки у нас подсохли, и вот для чего это нужно. К примеру, у нас есть две вот такие вот, неважно, рандомные дощечки. Мы хотим их склеить, и это небольшие струбцинки. Самое главное прикол этих струбцинок, что они бесплатные и на самом деле очень плотно сжимают. Ранее я уже делал подобную, но из большей бутылки, вот такую. Вот так это тоже все выглядит. Их не жалко сломать и наделать подобных можно за минуту вновь. Поэтому не страшно, но они реально хорошо держат. Вот. Я думаю, самим все видно, да, что мне не получится расщепить. Это уже второй лайфхак из бутылок. У нас остаются, естественно, огрызки. Может быть, само донышко можно пустить на что-то полезное, а вот эту можно нарезать на ленты и использовать как на экстренный случай. Я для этого даже новое лезвие вставил, нож. Я надеюсь, в этот раз не порвется, потому что уже треть заготовок моих порвалась. Нужно завязать узел. Желательно двойной. Что мы сейчас и попробуем сделать. Чтобы лента, так сказать, сама себя зафиксировала. Ну, вроде бы есть. Давайте отрежем оставшиеся. На случай, если придется переснять. Теперь нам нужен любой нагревательный прибор. В данном случае это опять горелка. И нужно просто усадить ленту. Вы видите, как она усаживается. Также с этой стороны. То же самое и здесь. Дадим ей остыть пару минут. Уже можно даже сейчас видеть, что она скрипела довольно сильно.
Единственная самая главная проблема – это завязать вот двойной узел, чтобы она не развязалась и не порвалась. Это самая большая проблема как раз в этом. Ну, я думаю, уже видно. Да, естественно, потому что рычаг есть, она болтается, но... Допустим, давайте попробуем порвать. А порвать у меня не получается. Можно растянуть немного. Растянуть можно, но порвать нет. Вот вам и второй лайфхак. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Напишите комментарии, что еще можно сделать из вот этих вот вещей. Пока.